Всем привет из жаркой Калифорнии. Меня зовут Кристина Карпиченкова, а рядом со мной уроженка города Караганды, а также обладательница звания Miss Fashion TV Model Award 2003, Miss Persona Pantene 2008, а также победительница конкурса Miss Казахстан 2010, Аселина Кучукова. Всем привет! They say that these are not the best of times, but they're the only times I've ever known. Мы с большой радостью поздравляем вас с майскими праздниками, а также спешим рассказать о последних новостях из жизни одной из самых красивых девушек мира. Now I have seen that sad surrender in my lover's eyes. But we are always what our situation. Что направило тебя на путь модельного бизнеса и думала ли ты когда-нибудь, что добьешься таких результатов? Вы знаете, я с 13 лет уже в модельном бизнесе, и для меня, конечно, это все, можно сказать, добиваться таких успехов, это, конечно, не очень, можно сказать, легко, потому что нужно пройти определенные этапы в жизни, это обучение в модельной школе, прежде всего, получить не только образование в модельном бизнесе, но и также получить образование в финансовой сфере, потому что я закончила бакалавриат, магистратуру и также получила степень кандидата наук по специальности. И сейчас следую к своей мечте быть актрисой. Здесь нахожусь в Нью-Йоркской академии в Лос-Анджелесе на факультете актерского мастерства. Участвовала в таких конкурсах, как Мисс Мультивселенная, Мисс Мира и Мисс Вселенная. Расскажи нам, пожалуйста, как проходили эти конкурсы, в чем их отличие, какие испытания и мероприятия готовились для участников, как они общались между собой, что больше всего запомнилось. В 2010 году на, получается, Мисс Вселенной конкурс мы готовили свой номер, это как танцы-шоу. Мы должны показать либо свой танец, либо свою песню представить. Также был выход в купальниках, в национальном костюме и вечернем платье. Также мы посещали все достопримечательности. Этот конкурс проходил в Лас-Вегасе, в США, штат Невада. И 86 стран участвовали. Конкуренция была очень бешеная, потому что нам приходилось вставать в 5 утра, в 7 утра приходить и уже быть как королевы на завтраке, красивые, накрашенные. И самое главное, не показывать то, что ты устала. Всегда нужно улыбаться. Даже если ты устал или не хочешь вставать рано, ты обязан быть на завтраке в 7 утра. И ложились мы очень поздно, в 12 часов, потому что репетиции шли до 10 часов. Практически мы, получается, репетировали и по 10 часов в день, и по 12 часов на протяжении всего месяца. Около 30-40 дней мы были в Лас-Вегасе. Мисс Мира – это более, можно сказать, не только как бы конкурс красоты, да, здесь нужно было еще показать умение, даже больше как физическая подготовка. Там нас, значит, заставляли и проплывать дистанции по, не знаю, по 50, по 100 метров. И даже кто не умел плавать, они должны были в любом случае пройти по бортику пешком, но они должны были проплыть или там другие задания, это как нужно было там около 2 метров прыгнуть, как бы здесь больше как бы и физически, и свой талант показать. Мира должна обладать всем. Да, обладать всем.
Ну, конечно, конкурс «Мисс Мультивселенная». Здесь не только красота и физическая подготовка, и не только быть уверенной на сцене и да, готовой ко всему. Здесь больше, наверное, вопросы задавали люди, да, по 25, по 30 вопросов на все темы, которые здесь уже красивые, умные. My girl, linen and curls, lips parting like a flag of lemon fell. She's grand, the bend of her hand, digging deep into the sweep of the sand. Oh, oh. La-da-da-da-da. Модели из Казахстана, как Руслана Коршунова, Алика Алексеева, также Алена Субботина и другие. Афина, скажи, пожалуйста, трудно ли девушке с азиатской внешностью добиваться успеха в мировой моде? Ну, вы знаете, на вкус и цвет, как бы, товарищи, нет, но я вам хочу сказать, что самое главное, чтобы внутри, вот в сердце, да, в душе, у вас была уверенность. Самое главное – это уверенность в себе, позитивные мысли. И, конечно, нужно всегда работать над собой, идти к своей цели, добиваться. Самое главное, нужно иметь очень такое, может, терпение. Потому что в этой профессии, да, тише едешь, дальше будешь. Как бы нужно потихоньку, такими как бы шагами достигать. Не слушать никого. Знать, что все получится. Да, все получится. И самое главное, найти свои цели и, несмотря ни на что, добиваться потихоньку. Даже если что-то не получается, это если ты сегодня не выиграл или там завтра чего-то не достиг, то в один прекрасный день ваши мечты и ваши цели всегда исполнятся. Главное желать этого от души, идти, стремиться что-то сделать. Конечно, это все с неба не сваливается. Это требует физической отдачи, эмоциональной отдачи, потому что я думаю, что прийти вот к этой международной короне мне вот потребовалось около 17 лет. И на протяжении своего времени уверенность в себе. Да? Да. Теперь перейдем к твоей новой мечте жизни. Как мы уже говорили, мы имеем студентками университета фильм-академии здесь, в Лос-Анджелесе. Скажи нам, пожалуйста, об этом, может быть, немножко об этом учебном заведении, о твоем интересе к актерскому мастерству, также как тебе живется в этом городе у моря. Вы знаете, когда я первый раз приехала сюда в 2010 году, я сразу влюбилась в этот город, Ангелов, Лос-Анджелес. Здесь очень прекрасная погода, здесь очень прекрасные люди. Сама атмосфера, да? Здесь прям живет, не знаю, какая-то душа, стремление. Твой город? Да, я считаю, что Лос-Анджелес – это единственное место для актеров, для… Я думаю, что это идеальное место для получения образования, если академия, она дает все. Вот какие предметы у нас вот на сегодняшний день, да, актерское мастерство. Изучение кино, истории кино. Да, это фильм, мы узнаем историю кино, как создавалось кино. Также мы работаем с такими преподавателями, которые... Которых опыт. Да, которые большой опыт, потому что все преподаватели примерный возраст, даже, как можно сказать, это 60-65. Очень хорошая физическая подготовка, вообще физически должна быть выносливой, потому что мы здесь также снимаемся в короткометражных фильмах, и съемки бывают порой
по 20 часов в день. И если ты не будешь выносливым, то как бы эта профессия не для тебя. Что еще мне нравится для дисциплины академии, это мой класс, потому что у нас студенты, это интернациональная группа со всего мира, у нас 13 человек в группе, и все очень талантливые ребята, они обладают все буквально своей харизмой. И я считаю, что наша группа достигнет очень больших высот здесь, потому что все ребята, они, не знаю, у них есть цель, у них есть стремление. Вот, я уже слышала, кого-то взяли уже участвовать, да, то ли в клипе, то ли в фильме. Да, у нас многие ребята уже получили какую работу. Один из наших мальчиков, он уже снялся в клипе «Alicia Keys». Кто-то попал на Эллен Шоу. Уже, да, кто-то попал на Эллен Шоу. Я думаю, что у нас очень магическая группа, и я думаю, все достигнут. Вы надеетесь? Слышали, что в первом конкурсе, в котором ты принимала участие, это Miss Fashion TV Model Awards 2003, у тебя был случай повстречаться с принцем Монако. Не расскажешь ли нам, как это произошло? Вы знаете, это было очень давно, уже лет 10 назад. Я участвовала в конкурсе Fashion TV Model Awards. Это все происходило в событии в Монте-Карло. Так получилось то, что нам предоставилась такая возможность вытянуть жребий. Всем участникам? Да, всем участникам. И когда я вытянула, взяла свой билетик. На этом билетике я не могла поверить. Там было написано «Ужин с принцем Альбертом». А сколько было участников? Ну, где-то около 77. Стран участвовала. Ну, верила, да, что что-нибудь видела? Ой, тогда я была совсем еще, можно сказать, ребенком и даже не понимала, что вообще происходит. Для меня, конечно, это было, не знаю, неожиданное. В общем, мы с девочками втроем. Я и еще две участницы пошли на ужин. Это был большой прием. Были приглашены только VIP-гости. Также в этот день проходил Musical Arts, по-моему. И, в общем, все звезды были приглашены на вечер, это 150 человек. Мы были в качестве таких звездочек. Сидели вместе уже с принцем Альбертом. Это была, не знаю, необыкновенно красивая встреча во Франции. Напоследок, Асмин, не посоветуешь ли ты что-нибудь нашим девочки, женщины? Хочу самое главное, чтобы, наверное, самое главное в жизни, да, чтобы вы оставались такими, какими вы есть, вы не менялись, чтобы вы верили в себя, потому что невозможного нет. Все в этом мире возможно. Главное — хотеть, добиваться, трудиться, желать искренне от души и быть все, всегда позитивными, и чтобы только были в вашей голове очень позитивные, хорошие люди. Все, что у нас есть, это мы сами. Аслин, я тебе лично желаю огромных-огромных, еще больших успехов. А зрителям мы тоже желаем, чтобы все ваши мечты сбывались. Лет осталось совсем немножко, так что настроение должно быть очень хорошим. Ну что, с вами были Аслин Чукова, специально для Style Expert. Пока-пока! Now I have
I've seen that sad surrender in my lover's eyes. And I can only stand apart and sympathize. For we are always what our situations hand us. And see the sadness or euphoria.